осколков, вот у нее все, да, на пешеходном переходе был сбит. Который нету. Свет отражающих элементов нет никаких. Или нету отражающего жилета. Сколько не останавливаешь, вот так вот бывает в темноте, как водитель за нарушение. Вылетает черный пух на дорогу, все, вот он, пожалуйста. Даже колесо заменить подъехал. Никто не вокруг ходит, черные, да, и все. Сейчас у нас ДТП, вот в Зимитице тоже мужчина с женщиной ходит вокруг машины без единого отражающего жилета. Опять в темноте полностью, да. Водители постоянно каждый день привлекаются к этой ответственности. И пешеходы, и водители, как пешеходы уже являющиеся, не управляя транспортным средством.